Привет, друзья! Умные часы – второй по популярности гаджет после смартфонов. Планшеты отходят на второй план, а часы и браслеты только набирают обороты. 90% часов производятся в Китае, поэтому сам Бог велел обратить внимание на всеми нами любимый AliExpress. Модели из данного топа подобраны исходя из отзывов и оценок покупателей по состоянию на 2019 год. Первый представитель – Xiaomi Amazfit Stratos 2. Известный бренд нас вновь радует новинкой и снова высокого качества. Stratos 2 идеально подойдет для поклонников активного отдыха и спорта. Цена не маленькая, но для такого качественного продукта вполне обоснована. Устройство полностью водонепроницаемое, присутствуют даже специальные режимы для плавания. Оснащены сапфировым стеклом высокого качества, не поцарапаются. Внутри двухъядерный процессор с частотой 1,2 ГГц. Оперативная память 512 МБ, встроена 4 ГБ. Присутствуют все функции, типичные для смарт-браслета. Это шагомер, отслеживание сна, пульсометр и напоминание о вызове. Есть так любимый китайцами компас, калькулятор, календарь. Батарея держит 5 дней. Разрешение экрана 320 на 300 точек. С помощью часов можно управлять музыкой, камерой и системами умного дома. Еще одна заслуживающая внимания модель от Xiaomi – Amazfit Bip. В самый раз для любителей квадратиш-практиш. Обладает защитой IP68 и выдерживает погружение в воду до 1,5 метра в течение 30 минут. Однако производитель не рекомендует использовать эти часы для плавания. Зато аккумулятора хватает аж на целых 45 дней при повседневном использовании. Это все потому, что технические характеристики более скромные, нет прожорливого процессора. В режиме ожидания, то есть в режиме работы обычных часов, батареи хватит аж на 4 месяца. Памяти по 128 МБ оперативки и постоянки. Размер экрана 176 на 176 точек. Кстати, экран прикрыт Gorilla Glass 3 с олеофобным покрытием. Как и предыдущие часы, имеет GPS и GLONASS модуль. Модель очень легкая и вполне подойдет даже для девушек. Еще одни интересные часы за сравнительно небольшую сумму. MacroWear H1. Построены на процессоре MTK6570. Влага, пыли непроницаемые. Разрешение AMOLED экрана 400 на 400 точек. Оперативки 512 МБ. Постоянной памяти 4 ГБ. Главной отличительной особенностью является наличие слота для сим-карты и 2-мегапиксельная камера. Фактически они представляют из себя функционал смартфона на том же Android. Аккумулятора хватает до 5 дней. Функционал типичный для часов такого класса, плюс есть датчик температуры. Однако следует предупредить, что покупка таких часов в Российской Федерации может стать незаконной. По нашим законам запрещен оборот устройств для негласного получения информации. В данном случае речь идет о встроенной камере. А мы движемся дальше. Перед моделью Liz 2 от Lympha не устоит даже изысканный гурман среди пользователей умных часов. Красивые, стильные и яркие, они идеально дополнят любой образ. Силиконовый ремешок очень удобен при ношении. Также имеет основные функции смартфона, сим-карту и камеру. По этим часам можно звонить или использовать как GPS-трекер. Превосходно справляются с поддержкой 2G и 3G связи, Bluetooth и Wi-Fi. Функционал в целом схож с предыдущими, но есть изюминка – высотометр. Оперативки 1 ГБ, встроенной 16. Экран 360 на 360 точек. Аккумулятора хватит на 2 суток. На очереди одна из самых бюджетных моделей – DZ09. Часы имеют слот для сим-карты, слот для microSD и номинальную камеру на 0,3 мегапикселя. Экран 240 на 240 точек. Звонить и отправлять сообщения можно как с самих часов через внутреннюю сим-карту, так и при сопряжении с телефоном. И последний представитель, занимающий неплохие позиции по рейтингам, это Finow X5. Модель обладает хорошим соотношением цена-качество, за исключением одного «но» – это отсутствие пыли и влагозащищенности. Этот недостаток компенсируется обширным набором функций. Здесь целых 2 ГБ оперативной памяти, 16 встроенной. В результате высокая скорость работы, никаких тормозов. Отличный AMOLED-экран
400x400 точек, гипоаллергенный корпус и мощный процессор MT6580 внутри. Присутствует слот для нано-сим-карты. Батарея достаточно емкая, 450 мАч. На сегодня все, друзья. Переходите по ссылкам в описании и не забывайте о кэшбэке, с которым товары можно купить дешевле.